видели 100%, потом никто не спрашивал, не сказал, как там делается. Слушаем внимательно. Ребра, ребра избегаемы. Что бы я вам советовал? Подойти условно тем плечом, на которое вы будете делать упор. Так как у меня левое плечо заживает, то мне на правом лучше будет показывать. Но можно потом, надо и на том, и на том. Встал. Сразу подготовился к тому, что голову я уберу в другую сторону. Рукой, куда я буду делать плечо упор, я подвожу ближе к плечу. Другой рукой выше, чтобы себя не придушить, вот так хватает. И теперь сейчас создаваю упор, пытаясь столб об себя прям вжимая. Я поднимаю ноги. Первое, поднял, второе. Пробую. Поехали. Будет тяжелее, поднимай подушку. Будешь упор в подушку делать. Поехали. Места нет. Место есть, где Руслан по очереди будет делать. Давай, вот еще, вот еще. Делаем, делаем. Пожалуйста, ребят. О, что, нифига себе, да? Ну-ка, давай. Сейчас. С виду ошибка, ну я, не ошибка. А, смотри, голову прячь сюда. Ага. Вот эту руку ниже. Вот эту руку. Ты должен ломать стол, прям загибай. И ноги сразу вверх поднимай. Опа-па-па-па. Бывает. Поэтому руками хватаешься не за подушку, руками за железку, ага, а плечом в подушку. Чтобы ты руками держался и не съезжал. За подушкой. Парни, хоть кто-то, кроме Сергея Сергеевича. Поехал. Я уже заснял. Кроме Сергея Сергеевича, кто не сможет сделать? Андрей, что там сидим? Пойдем. Андрюша, делай. Парни, Володь, делай. Делай, делай. Как? Получится. Голову прячь под руку, да. Все, режь, тяни и подними. Да, держи, поднимай ноги вверх. Не бойтесь, вы ниже земли не упадете. А с этими подушками ты 100% не упадешь, потому что они соскальзывают. И эти не соскальзывают. И у Андрюха не соскальзывают. Андрей, готовься, пожалуйста. Парень, хорош. Ну, хорош, вы что, попробуйте? Попытка, не пытка, вы что? Давайте еще хотя бы секунд по 10, попробуйте. Могу сказать, что вот там, идите на столбах, попробуйте. Кто пробовали на вот перекладе, пойдите на столбы, идите, попробуйте. По-другому ощущение, идите быстрее. Егор, парень, вот на подушке попробуй, по-другому это будет, полегче плечу. Быстрее, парень, пожалуйста, Артур. Ты пробуем и все, начинаем, уже пошли на элементы. Ну, я надеюсь, это последний, сейчас посмотрим по попыткам. Оп, нормально, да, Володя, завис. Так тоже можно повисеть, да? Сейчас ножки отпусти и в шпагат выходи, а руками держись. Да. Андрюх, подойди, пожалуйста. То есть смотри, можешь что-то потом сделать. То есть раз прям схватился. И такие штукенцы вам тоже нужно делать. Пробуй, да, ножки разводи, прям раз, полумостик. Выходи ногами в полумостик. Можно все делать. А так аккуратнее, Руслан, аккуратнее. Все, пробовали? Попробовали? Да. Помогите ножками, отпускай ножки. Руслан, давайте. Отпускай.